Всем доброго ужина. У меня сегодня картошка вареная с жареной колбаской. Что я хотела сказать? Ирина Ивашенко, да, по-моему? Не пойди-ка тебе нахер. Тут прискакала на мой канал. И пишет мне там. Я смотрю, Ирина, у тебя в жизни не все так хорошо. Что ты на моем канале пишешь гадости? Эх, с мазиком провансаль. Верочка, тебе привет. Приду я к тебе на пирожки. И на блинчики тоже. А еще хотела сказать, Виктория, тебе тоже привет. Приходи в гости. У меня столько снега выпало. Холодно, правда. Но снега много. Леночка, семейный подряд, тебе тоже привет. Как ты себя чувствуешь? Как Никита у тебя? Человек, тебе тоже привет. Ты где, где пропала? Я давно что-то уже не вижу. Колбаса вкусная. Я его, правда, пережарила. Ну, ничего. Я надеюсь, Катюшка, с тобой все нормально. Пропал, где ты не пишешь. Сейчас, короче, поем, сделаю себе кофе. Виталик, тебе тоже привет от меня огромный. Как твои делишки? Как там в игру? Все еще играете? А я ем колбаску жареную. С картошечкой. С черным хлебом. И с майонезом провансаль.
А ты что на меня смотришь? Смехина. Надо же тебя поставить. Ну что-то, а? Кофейка попить. Так что, Ирина Ивашенко, или как там у тебя фамилия, свое мнение оставь при себе. Тут никому не интересно. Вкусно. Картоха была.